Всем привет! На канале Посуда Маэстро обзор серии бюджетных столовых приборов Маэстро Basis с маркировкой MR1521. Выпускаются они по 3 штуки в комплекте. Металл не очень толстый, не очень тонкий. Видим, немного вилки пружинят, но для своей цены это очень даже хорошее качество. По размерам. Длина вилки 20 сантиметров. Комплект из столовых ножиков 3 штуки. Также логотип Maestro Basis на лезвии. Простая рукоятка без рисунка, без орнамента. Длина ножа 21 сантиметр. Чайная ложечка маленькая. Комплект из 3 штук. Все то же самое с логотипами, рукоятка без орнамента, длина чайной ложки 14 сантиметров. И столовая ложка, также комплект из 3 штук. Металл средний между матовым и зеркальным. Небольшое отражение в него увидеть можно, но оно несколько затуманенное. Называется данная полировка сатин. Длина столовой ложки 19,5 сантиметров. Надеюсь, обзор был вам полезен. А чтобы еда на вашей вилке или ложке была всегда на 15% вкуснее, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео.